В мероприятии приняли участие свыше 50 учителей. На конференции специалисты Смоленской атомной электростанции рассказали педагогам о работе атомной станции, обеспечении радиационной безопасности на территории ее расположения, а также о реализуемых природоохранных мероприятиях. Мы участвуем в корпоративных экологических конкурсах. В 2015 году в конкурсе по показателям охраны окружающей среды мы заняли, концерн «Росэнергоатом», мы заняли первое место, а в 2016 году второе место. И в конце прошлого года Смоленская АЭС была удостоена наградой экологически образцового предприятия «Росатом». Не забывает руководство госкорпорации «Росатом» и Смоленская АЭС и о социальном. 2017 год экологии. И благодаря тому, что действительно станция уделяет очень большое внимание этому вопросу, мы в этом году вместе с отделом охраны окружающей среды, вместе с лабораторией ВВК, вместе с теми лицами, которые заинтересованы в станции, провели уже много мероприятий, связанных именно с объяснением того, что делает станция в вопросах экологии. Вопросы госкорпорации, концерна «Росэнергоатом», они распространяются не только на те объекты, которые входят непосредственно в атомную отрасль, но и на территорию расположения. У нас начиная с 2013 года и город Росор, и Росорский район, в городе Десногорск участвуют в проектах, социальных проектах, ассоциации территории расположения атомных станций, это фонд АТР. Благодаря победам в социальных конкурсах госкорпорации «Росатом» образовательные и культурные учреждения Десногорска, Рославля и Рославльского района смогли улучшить свои образовательные базы и выполнить ремонт зданий и своих спортивных объектов.